В современном мире путешествия доступны всем, и гораздо интереснее подбирать маршрут не через турфирму, убежден педагог Ильдар Хусеинов, а ориентируясь на собственную географическую картину мира. Так, основываясь на своих знаниях, он уже посетил несколько стран и активно путешествует по России. А вот получить полное представление о Дагестане в скором времени поможет новый проект молодого учителя. Грант на его реализацию Ильдар выиграл на форуме «Байкал». Это курс из 8 видеоуроков по географии Дагестана. Мы сейчас начнем разрабатывать тематическое планирование, то есть техническое задание на каждый урок. Вот, далее будем осуществлять съемки и студийные. Также мы планируем и выезды в районы республики для того, чтобы немного так разнообразить картинку. Помогать в реализации проекта Ильдару Хусеинову будут ученые из Дагестанского отделения Русского географического общества. Кроме того, свой вклад несут и коллеги, имеющие опыт преподавания школьного курса географии Дагестана. Ильдар убежден, что видеокурс будет полезен не только школьникам и учителям. И мы с коллегами обсудили одну идею, которую можно немного модернизировать мой проект. То есть для того, чтобы эти уроки смотрели не только школьники, да, но и студенты, а также жителей других регионов, возможно, даже из других стран. То есть мы, скорее всего, добавим и субтитры на иностранном языке, чтобы было понятно. Ильдар Хусеинов в прошлом году стал и лучшим учителем Дагестана. За новые успехи и поддержку своих начинаний он благодарит коллег и руководство школы номер 14. Они, в свою очередь, высоко оценивают профессиональные и личные качества Ильдара. Очень целеустремленный, талантливый, молодой и очень перспективный. Не только учитель, но я думаю, что он подает большие надежды для того, чтобы принести очень много полезного для нашей республики. Ученики Ильдара Хусеинова активно принимают участие в муниципальных и республиканских конкурсах, где показывают хорошие результаты. Признаются, что с нетерпением ждут новые видеокурсы по географии от любимого учителя. Свой интерес к предмету дети связывают именно с мастерством преподавания Ильдара. Можно выделить то, что чаще всего урок проходит в режиме игры, то есть такая информация воспринимается гораздо легче. Он много путешествует и рассказывает о разных странах. Если бы не урок географии, я бы не узнала о некоторых моряках, о морях разных. Он рассказывает, чтобы все поняли и было интересно всем, чтобы все вникали в процесс урока. Дагестан представляет огромный интерес в географическом и культурном плане. Природные и исторические памятники разбросаны по всей республике, но, к сожалению, сами дагестанцы порой о них мало знают, что уже говорить о приезжих. Курс молодого дагестанского учителя призван заново открыть страну гор для школьников, расширить их представление о родном крае. Патимат Ханапова, Муса Салатгереев, новости ННТ, Махачкала.